Вы видите, друзья, мы снова в спортзале. И Светлана под руководством Юрия. Тяни просто вниз, и все, он сейчас будет. Тяни, тяни, просто так тяни вниз. Мне же не нужно короче, а не длиннее. Еще короче. Ну, сейчас, сейчас мы сделаем. Так, вот у нас Юра. Юра, поприветствуйте наших зрителей. Вот. Какой зрителей? Это да. Ты, Юрий Спасокукотский. Вот. Так, теперь мы сделаем Свете короче. На случай, если бы у нас не пошел работать, значит, тот компьютерчик. У нас есть телефон на ножках, в случае чего. Но вы подумали, знаю, что, может быть, так будет лучше. Ой, знаю. Давай, Света, я тебя засниму. В чем упражнение? А, наклоняешься. Оно будет еще тяжелее, если ты ноги дальше поставишь. Да, так. Да, Света, с тебя берут пример молодые качки. Так. Тут по телеку какой-то евроспорт, люди на лыжах катаются, видите, с трамплина. Видите, как красиво они тут. А мы теперь к нам. Теперь к нам. Вот, видите, тренер. Тренер вот там у нас. Вот, вы видите тренера. И тут же Светлана. Светлана со вздохами ох и ох. Она... Тут... Заодно мы изучаем тренажер. У нас дома такого нету. Да, Свет? Так. А только, Свет, я тебя и снимаю. Ты меня нет. Да, меня, друзья, никто не снимает. А одной рукой я не могу. Камера, друзья, переходит к Светлане. Светлана. Да, я уже закончил свои занятия. Да. Теперь мы приступаем к тому, чтобы запечатлеть славного Михаила. Он занимался, это он специально для вас. Вот, чтобы. А голову вверх. Не вперед, а вверх. Вот. Вот так. И это ближе к плечам. Ты ближе, что командуешь? Ближе к плечам, голову вверх, потому что я хорошо делаю. Но ничего себе, Света, смотрите, друзья, он какой вес берет. Там, Мишка, это 40 килограмм. С всего. Это не так мало. Мы привыкли в фунтах, конечно. Ну вот, друзья мои, смотрите. Это упражнение не для слабонервных. Ой, это упражнение понимаю. Такое, что всем упражнениям упражнение. Вот так вот. Не просто так. Обняли и качаюсь. И качаюсь. Когда я опускаю голову ниже, чем туловище, она у меня начинает кружиться. А в нашем возрасте ничего хорошего нет, когда кружится голова, правильно? Зачем ее лишний раз кружить, когда она и сама кружится? Вот. А вот это упражнение мне больше нравится. Вот сделай вот это, которое мне больше нравится. Называется оно, зайчик, гиперэкстензия. Ну, уж как оно... Ой, мама, чуть не упала. Как оно называется, я не знаю, но оно мне нравится. У меня ничего не кружится при нем, я могу его... хорошо делать, я чувствую, что это упражнение прямо на правильный пресс. Да, вот отлично. Не, Верш сам мне сказал не отклоняться. Вот так, да. Так, прямая линия. Очень хорошее упражнение, прямо на пресс. Хотя, это хотя... Вот гирьками тоже делают. Хотя Юра говорит, что там пресс – единственная мышца, которая не специально тренируется, она тренируется, когда тренируется все остальное тело. То есть специально тренировать ее типа как бессмысленно. Кого? Вот, чего? Вот, мышцы живота. Да все, ты что? Да, он говорит, что эти мышцы, они самопроизвольно тренируются, что бы ты ни делал. Есть, это не повод не тренировать их специально. Он говорит, для того, чтобы был six-pack виден, нужно просто согнать жир. Да. Жир согнал, и даже у любого задохлика там есть six-pack. Особенно у задохлика.